Мы уже приехали сюда, и я хочу быть как слон. Умные уши, я говорю то, что я хочу себе. Мы приехали в зоопарк посмотреть на людей. Которые как живут. Ты сделала? Ты сделала вот так? Да. Осталось, что приехала Аня. Капибару тоже. Там доктор с обезьяной. Смотри, какой. Это заяц. Капибара, Васик! Васик! Васик, привет! Васик, привет! Привет, мне нужно идти, и мы с вами сейчас встретимся. Ты такой миленький, Васик! Я же говорила, твой фанат пришел. Мам! Васик девочка-аниматор. Привет. 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 Привет, тигренок. Пойдем. Красотка, спасибо. Лизаша, какая. Мама, мы еще встретимся с Васиком. Смотри, там капибарик есть. Капибара, привет! Капибара! Ты такой хороший! Капибара! Капибара! Тебя пальчики такие прикольные! Ля-ля! Привет! Мама, пойдем! Привет, зайчик! Ня. А тут зайчик был. Я хочу, чтобы тут были лошадки. А ты? А я хочу, чтобы были капибары. Я тоже хочу. О, я смотрите, тоже. Тут. Это кто такой? Овца лойской породы. А, овца лойской. Вот, смотрите, кто-то ходит. Ты бегемот? Это олень или бегемот? Это бегемот вроде. Какой бегемот? Ты все. А! Козлик. Я хочу. Это лось! Линка. Это лось. Меруга. Физиологический. А что такое линка? Опа! А что такое линка? Это какой-то лось. Мама, это лось. Да, пойдемте дальше смотреть. Лосик, пока. Это такие мишми. Вот посмотри на нас. Такие мишми. Я вижу там зебр. Где? Пойдем. Красотки. Ой, смотрите, какие-то горбатые лоси. Это быки. Мама, это быки. Пошла. Это быки. Быка. Смотри, мам, бык. Мам, смотри, какой он огромный. Чё себе. Там и маленькие есть. Это был зубр европейский. Какой зубр? Там зубр, рогатка и Я подумал, показал, что это хрюшки. Тут еще кто-то. Смотри, какие у них какашки огромные. Фу, здесь капец как воняет. Пойдем отсюда, Мирусь. Какашками их воняет. Зебры! Смотрите, какие они. Ву, да, ага. Алина, очень стоят. Посмотрите, они какие-то прям рыжие. А почему они к нам попой стоят? А почему? Они не чистые. Попой машет. Вот, наверное, он, нет? Пойдем. Пойдем, Миру. Пойдем, Минка. Иконка у нее. Да. Это кто такие? Мама! Там эти, как называются, горбатые? Верблюды! Видите, какой он? Он такой огромный. Да, тут все, пойдемте уже отсюда, здесь воняет. Нет, мы ищем капибар! Где капибары? У меня шок. Капибар нигде нет, они что, соврали? Где? Где тигры?
где, блин, тигры? Не знаю. Ну так, где ты тигров увидела? Ага. Мам, тигры нет, нет. Мы вернемся туда еще. Пошли, Марик. А нету тигра, он спрятался. Ладно, пойдемте. Смотрите, там кто-то ходит. Папа. Японский журавль. Ой, у тебя клюв такой красивый. Да. У него одна, у него одна нога. Ты нас не укусишь? Отойди, отойди, он может нас клюнуть. Обалдеть, какой прикольный. Открой. Папа, помнишь, мы в Доду парке видели такого? Пап. Пап, ты помнишь, мы в Доду парке такого и видели? Да. А почему мы одной лапкой? Не, они так стоят. Они поджимают, да. Видите, когти видно. Чешутся? Да. А, вот так сделаем. Сюда, сюда. Аккуратно там. Не страшно, пойдемте отсюда. Пойдемте отсюда. Китайский морал. Кто это? Может, это олень? Это из оленей. Давайте туда орки, птички, курочки. Давайте на курочек посмотрим. Да мне и да у бабушки хватает. Да мне капибара нужна. Капибара. Это какие-то птички. Вот смотрите, тут какой-то домик есть. Что там? Вот на ней, малыш там капибара. Есть. Да, смотрите, это милая капибара маленькая. Она еще такая рыженькая из-за света. Что, они одна же там, малыш? Вот в воде плавает. Так, реакция Мируси на капибару. Ну-ка, покажи личко. Капибара маленькая. Большая. Посмотрите, какая она миленькая. Почему не ее домой? Тогда можно хоть морскую свинку купить? Дай другим посмотреть. Давай, не надо так, не разрешаю. Капец. Руки только. Пойдемте за обезьянками. Пойдем, я тебя отведу к обезьянкам. Ой, смотри. Царь обезьян. Папа, давай. Да. Вот, вот так. Алиса. Вот такой. Ой, меня кусал. Они облизывают, видишь? Еще у них зубы неровно стоят. Это самка, по-моему. Видишь, у них зубы неровно стоят. Ау! А вон сидит пискуном внутри. Да. Ну вот, только большой был. Вот, вот такой, как на фотке. Баба Зина. Папа! Сама скромная, сидит красавица. А у нее шкурка как плюшевая. Такая миленькая. Как Дашкин бобер, слушай. Посмотри на нее, милашка. А ты думаешь, игрушки с кого делают? Такая хорошенькая. Ага, признала, признала? Иди сюда, иди сюда. Иди сюда. Иди сюда, иди сюда. Милашка. Милашка, иди сюда. Посмотри на нас. Ты в зоопарке на людей. Смотрите, она бесплатная. Ой, я вижу ее попу, блин. Видишь, какая у них попа, Алина? Она там смотрит. Мам, видишь, какая у нее попа? Алис, видишь, какая у нее попа? Вот реально, так.
такое, да? Мируся, там 10 это громенные. Пошли, пойдемте. Посмотрим. О. Вот там еще в углу сидит. Это точно мальчик, это девочка. А ты сейчас заценишь. Саня, ты же спеша. Ты видишь, какая? Ого. Они катаются. Вон они, бегают. Блин. Видишь, что они творят? Папа, ты видел, как я любого пострашнее? О, видишь, прыгай. Она же сидит постоянно, попу вытирает. Сейчас. Ну, вот две обезьяны, они тигра разрывают. Они такие смешные, да? Так, я уже запуталась, где девочка, где мальчик. Привет, обезьян. И тебе привет, обезьяна. Мы идем в аквариум. Здесь вообще так много всего. Мы сначала в террариум, сначала в аквариум, потом в террариум, хорошо? Потом в террариум. Нет, не в террариум. Вот тут огромная рыба. Кто тут? Ой, я вижу. Вон она, за камнем. Красненькая. Да. Она закопалась под опилками. Видишь, красненькая там такая, она закопалась. Видишь, да. Под эти штучки? Да, да. Вижу. А там ничего интересного. Там рыбки. Черепашки. Что себе, она огромная. У нее нос как у слоника. Это не нос. Она что-то там ищет. А сверху? Здесь лягушка на сапоге. Рога начинают. Вон, смотри, сидит. Вон, видишь, как там? Пойдем, я Русь. Стой, смотри. Мама, я нашла тут какая-то жаба большая. А там кто? Там с рыбками открытые. Вот это? Мама, тут никого нет. А сверху кто? Они не клавиатуры. Ты тут какие-то... Смотри, какие странные это... черепахи. Видишь? Да, носатая черепаха. Мама, смотри, какая сверху странная. Мама, а тут с красненькими щечками. Видишь? Красноуха. Не одна. Раз, два, три. Мама, смотри, а тут карпы. Да здравствуйте. Да. Мама, смотри, а тут карпы и тут сомик. Мама, аллигатор. Это трэш. Это с настоящей рыбки. Анюта, а тут никого нет? Тут улитки пушистенькие и рыбки. Видишь, пушистенькая улитка. Это улитка пушистенькая просто. Мирусь, там есть без стекла. Пошли посмотрим. Просто, Мируся, просто рыбы. Мируся, можно тоже? Это не они. Да это не они. Тут кто такие? А тут никого нет. Нет, тут есть водка. Наверху сидит. Мама, иди сюда. Посмотри, кто тут. Это крабик. Тут какой-то краб огромный. Кокосовый. Мам, смотри, какая рыбка.
Класс. Мам, покажи, правда пирания? Мам, а помнишь, в Ариэле есть такие рыбки? Мам, смотри, какие. Смотри, какие. А здесь кто в джунглях? Смотри, какая вот эта красивая. Девочки, здесь никого нету, кажется. Как нету? А кого вы тут нашли? Никого. А тут, наверное, хамелеон живет. Здесь никого нет. Тут хамелеон, наверное, живет. Наверное. Он слился. Не знаю. Хамелеон. Наверное, хамелеон с травой. Смотри, какое растение. Смотри, какое растение. Да не знаю, он залился. И рыба, смотрите, какая. Мама, тут кто-то огромный. Нет, смотри, она с шипами. Алиса! Алиса! Смотри, какая черепаха. Она живая, так просто она что-то не двигается. Так это черепаха, она прям смотрит. А, все живая, повернула глаз. Пучеглазенькая. Вот, смотри, пучеглазая. Так, не тыкайте пальцем. Огромная, это видишь? Это пираньи, да? Нет, это не пираньи. А где пираньи? Пираньи были, вот, они там наверху. А наверху кто? Обалдеть, там пираньи! Алиса, смотри, тут жаба. Смотри. Жаба. Какая жаба огромная. Это трансфер. Это джаба. Джаба. А тут кто? Ты маленький рыбка. Мама, смотри, тут китайский домик. Мама, смотри, тут какая-то безглазая розовая, видишь? Непонятно. Смотри, какая вот эта вот красивая. А это белая. Мам, посмотри, белая какая и вот эта черная. Еще вот это видишь, вот это которая? Вот это видишь, которая на дне там плавает за кораллом? Вон она. Так. Пойдем дальше посмотрим. Вот она, мама. Какие красивые оранжево-черные. Оранжевые самые красивые. Мама! Смотри, кто? Это крокодил, только больше. Как он на этой плиточке помещается? А он двигается вообще? А крокодилы всегда в засаде сидят. Тихо-тихо, а потом как-то попадают на свою жертву. Видишь, какие у него глаза? Да. Похоже на тебя. Проходи. Привет. Сверху маленький, кстати, на телефоне. Привет! Смотри, это змея! А сверху кто? Ой, смотрите, кто там! Там какой-то милашка! Там... Это мадагаскарский бекон. Бекон! Бекон! Ой, мама, тут настоящая зеленая змеюка! Видишь, какая? Это помнишь? Мира! Помнишь, мам, раньше, помнишь, когда-то кот поймал питона у нас за мной? А тут кто? Там никого нету. Тут хамелеон.
Мама, Алиса хамелеона нашла. Капец. Мой любименький. Я хочу его найти. Вон он. Вон. Наверху видишь лежит? Нет. Вон он, шевелится. Ну, какой-то зелено-оранжевый. Смотри, да, да. Ой, да, да, да. Увидела только что. Смотри, он попал. Обалдеть! Я хочу, чтобы он свет поменял. Это же кто? Хамелеон. Видишь? Видела? Вон он, видишь, сидит, прячется. Такой прикольненький, да? Хамелеон. Хочешь, Мира, мы там питона нашли. Ой, это. Да отстань, я еще. Смотрите, тут какая-то красная змейка. Один, два, три, четыре, пять, шесть. Нет, а сверху кто? Раз, сверху тоже какая-то змейка. Два, три, четыре. Тут кто? Пять. Мать, смотри, какая рептилия. Она похожа на хамелеон. Смотри, у нее что, какая-то белая штука, видишь, на щеке? Да, она похожа на хамелеона. Угу. Он такой хорошенький, да? Хочешь, тебе удава покажу? Нет, я не хочу. Пошли дальше. А видишь, какой он? Вместе, Анюта, вместе. А тут кто? Анюта, кто? Смотрите, тут питон. Это питон. А еще удава большой. Я еще удава. Пойдем. Удава. Пойдем. Нет, хочешь удава? Почему? Хочешь удава? Да. Классно. Алиса, посмотри, какой удав огромный. Себе. Где его? Где его? Рядом я. Голова. Это класс. Я вижу у него, видишь, вот там вот такое жирненькое. Это его живот. Да. А вот тут я еще не смотрела, это кто у нас? Змея. Смотрите, какой. А сверху кто? Сверху еще. А кто сверху? А где мама? Пума. Где пума? А, мама. И ладно, крокодил. Красиво. Крокодил у меня. По той дороге где. Кстати, он может укусить. Да, может. Чисто сильно. Блин, он и тут может попасть. Что за цвет? А кто здесь? Не вижу. Волк! О! Ой, собаки! А там кто? Такой хорошенький. Милый. Телепузик. Это песцы. Он такой маленький. Посмотри, это песцы. Телепузик. Мама, это песцы. Милая. Телепузики. Да, маленькие. Это лисички. Нет, это песцы. Песцы — это лисичка. Нет. Лисички очень большие. А это маленькие лисички. Поэтому они называются пицы. Потому что они маленькие. Потому что они много писают. Может, не рассчитывают. Ну, видишь, сколько от них шерсти. Да, потому что. Может, песца купим домой себе. А тут кто? Вот, фламинго, смотри какой. Соня, здесь, Ирина, здесь там их три. Фламинго. Там их три, четыре вернется. Раз, два,
Смотрите, тут фламинго есть. Такие милашки. Там их много, Мир, посмотри туда. Да я вижу. Пойдемте на мостик, они, может, кто-нибудь там в воде есть. Полина, вот они, иди сюда. Пошли, может, они в воде. 5, 10. Там и белые, и розовые есть. 12, 14, 15. И черные есть. 15, 19, 20, 21. Мама, там и белые, и черные, и розовые есть. Капец. 22. Прикольненько. Смотрите, тут кто-то плавает. Гуси какие-то. Нет. Это лебеди. Давай на бегемота потом сядем. Прикольно. О. Я на бегемоте, на бегемоте. О, вот, это слово Дима. Я на таком. Я не буду напасть. А я за Я ему нос закрою. Сейчас покатаемся на воде, как на банане. Поехали. Или можно мне вот так вот? Можно мне? Поехали. Орел! Орел! Опять воюет кто-то на... Орел! Орел! Какой-то бородач. Сокол. Красивый, да? Да. Бастер и старый. Пока нет, пока мы гуляем, чуть позже, наверное. Не, мы что-то... Ты такой красивый, мама. А если ему пальцы сувать, то тогда он клюнуть может? Да, такая ажиотаж. Походу, мы в какое-то другое место пойдем. Да, он очень красивый. Мама, он такой прикольненький, да, пушистенький. Животных. Здесь орел здесь. Вот орел. О, какие вот у него крылья. Крылья. Вот это да, вот это орел. Опять. Смотрите, какой. Вот она. Вау. Фу, мясо ест, сырое. Мама, мне кажется, это гриф. Мама, он немного лысый, видишь? Алиса, пальцы. Он такой опасный и красивый. Мама, он на грифа похож. Воняет капец, пойдем отсюда. Ты так воняешь. Ты чего не мылся? Так они даже не моются. Анюта, пальцы. А ты моешься? Я думала, это говорю, господи, как птичка, ты пищит. Их двое. Мама, мам. Это как в Гарри Поттере. Их двое. Да. Мир. Вот этот, который там сидит, знаешь, как пасть открывал? Смотри. Мир, знаешь. Вот, вот он. Сушняк, смотри, животное опасно. Пальцы туда тоже не сувать. Видишь, какой? Вот, смотри. Смотри. Катюх пишет, видишь, что животное опасно. Это ж хищник. Мирусь, мой вопрос. Как мы найдем отсюда выход? А этого кормили? Это кто? Он летать хочет. Милая. Спасибо. Ничего. Анька, аккуратно. Аня. Они такие милые, что я хочу на них покататься. Мира, пока. Пошлите дальше. Ой, я не погладила, я их боялась. Я их боялась и
Мама. Мне они очень понравились, и я их очень захотела. Прикольные. Смотри, какие там эти видишь, рогатые. Пап, офигеть. Видишь, там кто-то на горе лежит. Папа сказал, что они совсем рогатые. И можно им сюда что-нибудь повесить. Да. Мама, смотри, у одного там, видишь вообще? Мама, видишь, у каких... Огромные, вот этого. Видишь, совсем огромные. Привет. Привет. Мама, я хочу ему с чем-нибудь покормить. Их вообще нельзя кормить ничем. Нет, а их кормят? Возле отеля, солнце. Их кормят? Ну, конечно, кормят. Им завтрак, обед и ужин дают? Погнали. Понятно. А кулашка-то такой? Милашка, да. Ой, мама, там совсем маленькие ходят. Аня, пальцы убери. Пальцы мама, убери. Видишь, там а, еще надо, наверху? А то он же съест тебя. Не надо. Там есть. Там же есть. Ну, у тебя и рога, брат. Вообще. Не, не надо, Маша. Сейчас, подожди. Сейчас будет ругать, Аля. Не надо, все. Вот это рогат. Это кто? Домашний як. А, это як. Вот они. Это те, которые живут выше 3000 метров. Як? Як, точно. Гора? Да. Як. 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 Видишь, у него шерсть какая? Тибетские ребята. Тибетские, як. Да. Вот они в Гималаях живут. Вау. Какой милый. Ой. Жаль, что его погладить нельзя. Мама, его гладить можно? Знаешь, что он умеет козявки свои доставать из У него язык длинный. Да, как у коровы. Мама, а его можно гладить? Красавчик какой, да? Фу, у него слюни из рта вытекают. Какой красивый. Мама, видишь, какой он весь черный? Мама, а почему он такой черно-белый? Да, побелее. Папа, а почему он такой черненько-белый? Не знаю, дочь. А он такой, а ему жарко? Конечно, жарко ему. Представь, тебя сейчас в шубу одеть. Меня? Ну, чтобы понять. Но он может почилить на басике. Он может кушать поросит еще. Видите, он выход ищет. У него одни и те же движения, заметила? Анюта, смотри, кто тут. Кто это, Мирусь? Носорог. Ух ты, какой он. Смотри, какая у него талия. Он такой массивный. Да? Угу. Бедные слоны. Мама, что вот эта штучка? Ой, какие у них какашки. Большие, мам. Огромные. Он такой, вот и мы. Здравствуй.
нельзя погладить по носику там. Он говорит, привет, Мируся. Привет, слоник. Ой, а второй с глазами странными, вот этот слон, видишь? Не этот, который ходит. Который стоит, который возле этих банок. Я не хочу. Хотя тут больше пойдет. Папа. А? Мы идем выбирать игрушки. Нет. Либо котика, либо змейку. А вот лошадка, смотри. С пуговицами. Вот лошадка красивая. Мне кажется, вот такой красивый. Да змея у всех есть, все змеи взяли. А котик? Котики тоже прикольные, но... Живая рыба. Она не живая. Как у тебя? Дочка сообразительная. Тут ничего интересного. Мы такси ждем. Чего? Серьезно? Мама! Мам, я вот такого хочу. Папа платит. Давай определяйся. Я вот такую змейку купила. Под костюм взяла, что ли? Да.